Друзья, всем привет! Сегодня приготовим манную кашу. Но сделаем не обычную манную кашу, а добавим в нее сыр маскарпоне. У нас получится невероятно нежный десерт, который понравится даже тем, кто манную кашу совсем не любит. Берем хороший ковшик или кастрюльку с толстым дном и наливаем в нее воду. Воду немного солим и добавляем манку. Да, в этом рецепте мы используем воду, а не молоко, и добавляем манку в еще холодную воду и сразу же размешиваем ее вилочкой. И это делается для того, чтобы не было комков. Теперь ставим ковшик с манкой на средний огонь и доводим до кипения, постоянно помешивая вилкой или венчиком, чем вам больше нравится. После того, как вода закипит, манка начнет густеть, убавляем огонь до минимума и варим еще ровно 3 минуты. Затем снимаем ковшик с плиты и добавляем в манку мед. Конечно, можно взять сахар, но с медом будет вкуснее. Затем туда же добавляем сыр маскарпоне. Это просто невероятно вкусный ингредиент, и с ним манка будет похожа на настоящий и ресторанный десерт. Добавляем маскарпоне прямо в горячую манную кашу и хорошенько все это перемешиваем венчиком или ложкой, так, чтобы получилась однородная консистенция, вот такая. Здесь можно попробовать манную кашу на сахар, ну то есть на мед, и посластить еще немного, если вам покажется, что каша не сладкая. Затем накрываем кашу крышкой и даем ей настояться примерно 5 минут. Раскладываем по тарелкам и украшаем. Эта манная каша просто бомбически вкусная. Обязательно попробуйте ее приготовить. А также не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Аня, давай. Снимаю.